А уже поздно отказаться, да? Ну, Шурик, как тебе сказать? Я понимаю, что немножко сыканул, да, после увиденного. Ну ничего страшного, но мы же не сражаемся за чемпионство арены, мы просто за бабки сражаемся. Шурик, это хорошая возможность поднять баблишки. Мы ставим 50 серебряных монет, они тоже согласны на 50 серебряных монет. Если мы выиграем, заберем 100 серебряных монет. А если просрем, ну, тогда завтра будем улицы подметать в городе. Нам же нужно как-то бабки заработать, чтобы обратно дом себе какой-то купить, а то мы пока бомжари. Ты готов или не готов, Шурик? Ну, чем черт не шутит? Погнали! Так, пошли. Вы готовы, да? Тогда давай, Шурик, скидываемся. Давай, я скидываю 30 серебряных монет. Вот так. Ты скидывай 20. Вот, скидывай все на кучу. С вас по 25. Да, все, барон, забирай. Ага. Ставки сделаны, бой начинается. Ну, я желаю всем удачи, всем, кроме вас, только нам, чтобы мы затащили, а вы продули. Ага, все, пошли, Шурик. Я же не сказал то, что я новое заклинание выучил, Шурик. Смотри, я сейчас умею так же, как и ты. Вот так. У нас на 2% больше шансов то, что мы их сможем победить, поэтому давай яйца в руки, ну, куриные, магические, естественно. И давай будем начинать, Шурик. Барон, давай отчет. Раз. И два! И три! Ну все, пошла жара по трубам! Шурик, давай, я захожу справа или слева, или сверху, или снизу. Вообще просто без разницы. Аккуратно, главное. Вали сначала вот эту, она на какую-то ведьму похожа. Ядрить, колотить. Это еще что такое? Вали вот эту! Господи, помогите! Шурик, ну ты аккуратней. Вали вот эту тогда, я не знаю. Так, пришло время использовать мое новое заклинание. И оно не достает даже туда. Шурик, заходи, заходи с фланга. Она меня заморозила, ей прийти колотить. Шурик, ты куда побежал, дебила? Кусок, обратно возвращайся, это же их база, это их территория. Ну ты дебил очкастый, ядрить колотить! Я сейчас сам, да, получается, Шурик, если мы прострем с тобой все бабки, ты будешь улицы подметать, а не я буду улицы подметать. Так, аккуратно не наступить на вот эту дичь. Сначала валим! Тихо! Собаки заморозили! Одну кокнул. Ну чё, ёперный театр, остались с тобой наедине, да? Ёханый ты, бабай, 2,5 сердечка! Попал, один раз попал! Так, я Шурику не сказал то, что у меня есть еще одно заклинание, которое может восстанавливать немножко жизнь. А чё вы думали, между сериями я чем занимаюсь? Конечно, я заклинания новые изучаю. На! Мужик! Затащил их всех! Дай я тебя расцелую, герой ты мой. Ой, не, вот это слюньки пускать не надо, Шурик. Я был уверен себе то, что я выиграю, короче, да, вот, ну, как уверен, настолько я был уверен. Бабки, наши бабки, гони, барон! 100 серебряных монет, прям сейчас, Шурик. Ну вы, мужики, просто рвете, прям 2 настоящих быка. Кого? Сам ты бык, я не бык. Бабки выбрасывай давай. Ага, прекрасно. Слушай, Шурик, я тебе дам чуть позже бабки. Еще чуть-чуть осталось, мы сможем твою халупу сгоревшую отремонтировать. Ладно, барон, ты стой здесь, мы пойдем в город. Может, найдем еще каких-то новых жертв, которые захотят с нами сразиться. Здорово, мясник, да здорово. Пошли, Шурик. Тащим просто, тащим. Слушай, слайма да мы где потеряли? Слайм! Он там до сих пор остался на арене? О, иди сюда! Он же как бы тоже в доле, у него наши бабки есть. Если мы будем скидываться на какую-то квартиру, то разве что втроем. У нас уже больше, чем 100 серебряных монет. Это просто, да, это просто обосраться. Мужик с сеном! Мужик с сеном!
Ты бы лучше обратно на сено перешел, а то если вдруг один человек узнает, что ты делаешь с коровами, то что ты на них тренируешь свою магию, он тебя кокнет, и там земля и пуховик моментально. Поставь обратно корову спокойно на землю. Подготовьте этому молодому человеку одно место на кладбище. Ну, мужик, как говорится, там земля типа пуховик. Вот, я был рад с тобой познакомиться, хоть мы с тобой даже не знакомы, но мы придем на похороны, если что. Главное, чтоб кузнец не узнал, но его здесь не было, он же не узнает, да? Дебилы. Ребят, с коровами? С кем? Но с коровами точно лучше не... Слушай, кузнец, и здорово, я не хотел рассказывать тебе эту историю, но вот тот хрыщ, вот этот мужик с сеном, он только что магию тренировал на корове, и потом пустил ее на говяжьи шашлычки случайно. Я бы, конечно, не хотел вот это, но лучше ему отомстить. Да, кузнец, он священную корову убил. Месть! Это блюдо, которое подается под пивас! Кузнец, правильно говорится, месть — это блюдо, которое поддается холодным, а не под пивас. Ладно, по центре, пошли дальше. Бедный мужик с сеном, я же сказал то, что земля ему вот это пуховик. Ну ладно. Это еще что такое? Так, мужики за мной, мужики, слайм за мной. Вероника! Кристина! Вы вообще чокнулись, кошельки старые! Я знаю то, что вы друг друга не очень долюбливаете, но это уже чересчур. Вероника, у тебя дом горит! Успокойтесь! Что одна, что другая, успокойтесь, тихо! А им вообще без разницы, да? Так! Одна! Тихо! Ты! Успокоилась! Господи, я ее в космос пульнул! И ты, вторая, тоже успокоилась! Вы с ума сошли или что? Я не могу понять. Вы тут половину города хотите разнести, а? Я тебя ненавижу! Ты мне всегда завидовала! Девочки, стоп! Стоп! Если вы вдруг деретесь и из-за меня или за Шурика, не деритесь. Нас с Шуриком как бы двое, вас двое, мы можем поделиться по парам. Я знаю то, что мы слишком хороши, мы слишком хороши маги. Но не надо из-за нас драться. Вот, а слайм в сторонке постоит, слайм всегда как бы третий лишний. Девочки, не деритесь, пожалуйста. Заткнись! Что ты вмешиваешься? А, ну ладно, окей, все, я тогда не буду вмешиваться, все, разнесите дальше, здесь половину всего города. Кристина! Ты с ума сошел? Разнимите их уже наконец, они сейчас поубивают друг друга. Так, пожар я сейчас потушу, тихо. Ненормальные, просто одна другую ненавидит, другая одну ненавидит. Господи, успокойтесь, пожалуйста, слайм, сделай что-нибудь, ты чё смотришь? Если они сейчас лошадь мою заденут, я сам спущусь и сам их специально задену, каждый по башке просто. Шурик, сделай что-нибудь уже! Девочки! Тут с яйцом что-то происходит странно. Девочки! Так, тихо. Слушай, ты! Одна и другая, стоп. Я в дом забежал, там из яйца что там? Там начало все эффекты какие-то, вот фиолетовое что-то, пыльца всякой магической, вот это начало исходить. Я не знаю, как это правильно объяснить, но вы же должны знать. Яйцо наверху! Значит, время пришло. Время чего пришло? Обеда? Яйцо сварилось? Или что? Время кого пришло? Давай, Слайм, залезай давай наверх! Залезай наверх! Шурик тоже давай наверх! Сейчас увидите то, что я видел! Залезайте! Пошлите, давайте.
Короче, я когда сюда пришел, из этого яйца какие-то эффекты фиолетовые начали исходить. Я сам не понял, раза 4 было и потом прекратилось вроде. Его срочно надо поместить в огонь, чтобы оно треснуло. Яйцо треснуло. Подождите, а как его поднять? Я помню, я один раз пытался, я на него нажал, и оно куда-то испарилось. Как его поднять, Вероника, а? Кто-то знает? Ну ты точно дебил, Слайм, ей-богу, честное слово, я даже не знаю, как описать твой дебилизм, но я ж только что сказал, если по нему правой кнопкой тыкнуть, оно переместится куда-то. И что сейчас делать? Надо срочно его найти! Давайте все вниз спускайтесь, быстро, Слайм, если ты его не найдешь, я тебя пущу на слаймичий шашлык, честное слово. Так, оно же может быть везде, где угодно, в предыдущий раз я его вообще здесь, сзади этого дома нашел. Сейчас оно может быть вообще где-то на дереве, сейчас оно может быть вообще где-то на крыше. Ты нашла? Где оно? Так, все, никто по нему не тыкайте правой кнопкой, Шурик, сделай с собой уже что-нибудь. У тебя до сих пор жопосранцы отморожены от заклинания. Вероника, мы нашли его. Так. О, здорово, барон, ты сюда пришел? Че она бы... Ну вы точно конченые все в этом городе, как я понимаю. Это... Ладно, ищите дальше яйцо! Вот сейчас оно точно могло куда угодно переместиться. Ищите даже в воде, ищите на дереве, ищите... Вера, ты уже нашла? Да ёханый ты бабай, как вы так успеваете эти яйца-то быстро искать? Во, а так оно здесь было. Все, если кто-то тыкнет по нему правой кнопкой, я не знаю, что я сделаю с этим человеком. Вероника, ты тут самый опытный маг. Ну, или ты, или Кристина. Как нам его поднять? Или что нам с ним сделать? Ну, значит, используем старый дедовский способ. Какой старый дедовский способ? Чё ты делаешь? А так что можно было? Так, ладно, пошлите все за мной, давай быстро, не отставайте. Его надо поместить куда-то в огонь. Ну так слушай, Кристина, ты же маг огня, ты можешь огонь наколдовать. А, ну или можно отнести его до сих пор горящий дом Шурика. Давайте туда яйцо несите! Вероника, ставь его в центр! Давайте, все за мной, ставь его в центр. Давай, быстренько. Ага, чё дальше? Чё дальше делать? Оно в огне сейчас. Отойдите! Так, по центре все отходим, все отходим, Вероника, подвинься. Кристина, а что ты будешь делать? Ибо яйцу точно плохо. Кристина ускоряет процесс, чтобы оно вылупилось. Никто не мешайте Кристине, даже не подходите к ней. Ей-богу, клянусь своими глазами, я впервые такую магию увижу. Оно же сейчас еще и вылупиться должно. А сейчас нужно всем спрятаться. Так, текайте отсюда, текайте, прячьтесь. Кузнец, здорово, ты что сюда приторобанился, здорово, мужик. Прячьтесь куда только можно. Ну, отойди, Шурик, отойди. И что сейчас должно произойти-то, а? Что-то происходит, что-то 100% происходит. А это так и должно было быть? Или там где вот этот газопровод взорвался? Я аж заикаться начал. Ну, а сейчас, папаша, надо проверить, кто у вас? Мальчик или девочка? Ну, пойдемте тогда посмотрим. Подожди, так это реально мое яйцо было. Его же мне Вероника подарила, когда я спас ей жизнь. Так, ладно, давайте все за мной, я пойду первый посмотрю, что же там у нас получилось. Ну, да, Шурик, сейчас твоему дому точно кирдык настал, если раньше его можно хотя бы было починить, сейчас 100%... Нет. Там маленький пятютенький дракошек появился. Едрик меня сейчас в обморок упаду, господи помилуй. Подождите, это получается я отцом стал или что? Поздравляю, вы стали отцом.
Да, кузнец, ты сейчас, получается, ты сейчас дедушка, кузнец же мой отец, получается. Ну, он так думает, что он мой отец, но у меня же в глазах потемнело. Подождите. Давайте спустимся, проверим, кто там, мальчик или девочка, но я все же надеюсь, что мальчик. Тихо, не спугните его, ты, кузнец, вообще к нему лучше не подходи, ты вообще неадекватный, он тебя сожрет, походу, когда увидит. Так. Стоп, мне кажется, мальчик, хоть чтобы проверить, мальчик или не мальчик, надо ему под хвост заглянуть. Но давайте это лучше в следующей серии. И чё сейчас получается? Я настоящий отец? Ребят, спасибо каждому, кто участвовал, и тебе, конечно же, Вероника, и тебе, Кристина, без вас я бы даже не знаю, что бы я сделал с этим яйцом, наверное, бы ничего, и этот дракошек маленький бы даже не вылупился. Да, кстати, спасибо, сестра, за помощь. Да, спасибо, сестра, за помощь, спасибо. Такой маленький, так... Какая сестра, спасибо за помощь! Это ты кому сейчас сказал? Шурик, ты это слышал? Помогите, Шурик, он походу в обморок упал! Помогите ему! Отойдите! Сейчас я ему сделаю искусственное дыхание рот в рот! Да, кузнец, давай рот в рот, давай! Ядрить, колотить просто.